sports. It's in the game. Привет, дорогие друзья, вы на канале Русов АПС, и я вырываюсь на YouTube с новыми силами. Просто по ушам дало сейчас. С новыми силами и с новым смартфоном. Вот. Все, в принципе, сегодня у нас обзор другого мода на FIFA 20 Mobile. И мы сравним предыдущий мод и тот. Вот. Сначала давайте, так скажем, посмотрим, что здесь есть. Волта, Ultimate Team, это вся фигня, оно не будет включаться. Есть в пенальти, можно поиграть. Можно собирать ачивки, посмотреть, что вы там собрали, но это не важно. Есть трофеи, правда, в трофеи я так и не понял, как играть, потому что ты вроде листаешь, нажимаешь, но они вот вообще никак не реагируют. Поэтому трофеи сразу же обрасываемся. Да, трофея Лиги Чемпионов здесь нету. В карьере Лига Чемпионов, скорее всего, должна есть, должна быть, как и в предыдущем моде. Здесь есть киков. То есть вы можете сыграть, ну то есть это обычный простой матч. Вот как раз таки представлю вам лиги, и вас интересует скорее всего РПЛ. И РПЛ здесь хреновые. То есть смотрим. Здесь как и FIFA 13-14, ну FIFA 14 аналогичные команды, правда с новыми составами. Ну вот я не знаю, давайте посмотрим тот же Терек, который вообще сейчас Ахмат, а не Терек. Вот, ну и тоже, я не знаю, какой-то бичевский клуб, то есть Краснодар, допустим, тогда он еще был типа бичевским. Вот смотрим на сквад, и на самом деле я не знаю, кто играет в Ахмате, поэтому отпишите, те составы это или нет. И переходим к Краснодар. Краснодар я более-менее знаком. Так, Мамай, Вандерсон, Игнатьев, Перейра. Ну, вроде бы новые составы, я точно не знаю. Отпишите, но вот такие команды, как ЦСКА, там вот составы, я не знаю, вот тоже отпишите, но мне кажется, что это новые составы. Ой, сорянки, ребят, я зашел сейчас на Краснодар, вот. Смотрим, ЦСКА. ЦСКА здесь такое же. И я не хочу затягивать этот видеоролик, потому что в чем суть? Тот мод, он вылетает, и карьера не запускается. В данном моде карьера есть, и карьера запускается. Вот такой вот коротенький видеоролик. Геймплей здесь точно такой же, он немножко поярче, но в принципе они одинаковы с предыдущей частью. В общем, ребят, всем пока, с вами как всегда RusFFPS. Вот так вот неожиданно вот такой короткий видеоролик. Заходите по ссылке в описании, там видеоролик, где парень обозревает этот мод, правда там с музыкой, и у него уже в описании есть ссылки на АПК, дата и в общем, ребят, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, репостите, показывайте друзьям. И всем пока.